Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про Володень-2021 у Дніпрі. В нашій студії засновник Дніпровської асоціації велосипедистів та асоціації екстремальних видів спорту Максим Семенов. Семенов Максим – засновник Дніпровської асоціації велосипедистів та асоціації екстремальних видів спорту, президент Дніпровської міської федерації спортивного туризму. Закінчив Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси» та магістратуру Національної академії державного управління при президентові України. Організатор соціальних масових заходів «Велодень», «Дніпро», «Екстрім Опен», «Національні рекорди України» з хайлайну та інших. Одружений, має сина та доньку. Хобі – різні види спорту. Улюблена страва – вареники. Максиме, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, ми рік тому зустрічалися також у травні, у 2020 році, але тоді ви розповідали, що Велодень у Дніпрі буде переноситись. Цього року нарешті Велодень відбудеться. І ось вже 30 травня у неділю. Розкажіть, що планується і в якому форматі він буде проходити? Так, Велодень відбудеться. І цього року ми, якщо чесно, теж очікували, що його може не бути. На самом деле ми узнали о том, що його можна провести буквально за півтора місяця до самої дати проведення. Тобто, коли ми поміняли цвет региона на желтый по карантинным заходам. И тогда мы уже решили его проводить. И поэтому этот велодень не будет похож на предыдущий, особенно на 2019-2018 год. У нас пока нет партнеров-спонсоров, мы все делаем собственными силами. Он будет не такой масштабный. Опять же, карантин продолжается. Мы просим, чтобы все придерживались всех требований карантина санитарно-эпидемиологических. И я думаю, наверное, и количество велосипедистов будет меньше. Но в любом случае мы постараемся его провести на высоком уровне. Будет одна гонка, будут мастер-классы, будут обсуждения. И мы как бы из-за сложившейся ситуации чуть-чуть его переформатируем. Мы хотим больше пообщаться с велосипедистами, больше уделить внимание тому, чтобы переговорить, пообщаться на актуальные темы, уточнить, какие кто видит решения тех проблем, с которыми мы все сталкиваемся, и привлечь больше людей, велосипедистов в нашу общественную деятельность. То ж, Велодень у будь-якому разі відбудеться. І відбудеться він, слава Богу, не в онлайн-форматі. Тож, цього року ви оголошували, так би мовити, вибір для всіх велосипедистів Дніпра, де ж зробити локацію, фінальну локацію Велодня. Я знаю, що відбулося голосування, було декілька варіантів, але ж дніпряни проголосували за тунельну балку. Там і буде. Так. Проходити Велодень. Які варіанти були і чи дійсно ось саме тунельна балка набрала найбільшу кількість голосів? Чи може ще якісь такі локації були досить актуальними? Ну, об'єктивно ми стараємося кожен Велодень послідовний проводити на новому місці. Во-первых, ми вибираємо ще сам по себе маршрут движення велоколонни з тою цілею, щоб обозначити його як важную артерию для движения велосипедистов в городе. Так, когда-то мы ездили по улице Курчатова, на которой потом появилась велодорожка, и мы как бы говорим, что это символично. Также когда-то мы ездили по Новому мосту, на котором тоже появились велодорожки. И Набережная Победы, не исключение, там тоже
одни из ну, первых самых лучших велодорожек. И поэтому мы стараемся как бы географию велопробегов делать обширной. Но опять же, исходя из того, что в этом году карантин продолжается, и ну, в связи с всеми этими деталями мы решили дать на голосование. Люди проголосовали и выбрали тоннельную балку. Еще были варианты. Это парк Дружбы, это жилмассив Ломовский, бывший Фрунзенский, это парус, Кадатская крепость. Ну, то есть были еще варианты, где действительно можно было провести какие-то мероприятия и хорошо отдохнуть, но большинство, по-моему, около 40% проголосували за тоннельную балку. Напевно, місія Володня, в принципі, і привернути увагу до більшості велосипедистів, навіть тих, хто, ну, може, вдруге, там, втретє сів за кермо велосипеду, і щоб зручно було доїхати, то тоннельна балка, напевно, найякісніше місто. Да. А ще, напевно, Велодень, от я бачу, що ви зустрічаєте, у вас є маршали, які зустрічають в різних районах міста велосипедистів і потім разом з ними рухаються такою колоною до якихось там інших міст, до фестивального причалу. Від фестивального причалу вже всі разом їдуть до тунельної балки. Розкажіть, кому, куди можна приєднатися, якщо треба їхати, наприклад, з Левобережного або з Придніпровського масиву? Маршали – це велосипедисти, які з більш… Досвідченими, да, більш опитні велосипедисти, які, як сказати, мають смілість і бажання взяти на себе частину вот цієї общественної роботи і допомогти іншим велосипедистам правильно, без нарушень, безпечно приехать к месту общего сбора. Поэтому у нас на странице в Фейсбуке есть пост, в котором мы призываем тех, кто уже давно ездит на велосипеде, хорошо ориентируется в городском движении, знает правила дорожного движения, чтобы они помогли остальным правильно доехать и чтобы они откликнулись и стали маршалами на этот велодень. А точки сбора, ну, это, как знаете, как большая река. То есть начинается с маленьких-маленьких ручейков, то есть самые маленькие группы собираются где-то во дворах своих домов, кто с кем катает, и постепенно собираются в тех местах, где стекаются эти ручейки. Сопровождение с левого берега будет колонны от ТРЦ «Наша правда». То есть все жители левого берега, которые будут принимать участие на велодне, на велосипедах могут подъезжать к этому ТРЦ. Там будет организована велоколонна, будет сопровождение полиции и организовано будет выезд на фестивальный причал. По правому берегу такого сопровождения не будет. По правому берегу отдельно будут собираться группы на жилмассивах. Тоже мы еще не везде знаем, кто из маршалов будет вести. Сейчас ведется активная эта работа. И когда они будут определены, то есть последние дни вот перед фестивалем мы еще раз сделаем пост, сделаем объявление, где собираться людям в зависимости от того, где они проживают, где им удобнее будет. Навіть зараз можемо наголосити, що йде пошук маршалів, так? Да, да. Мы ищем маршалов, мы ищем людей, которые готовы поучаствовать во всеобщем деле и обеспечить безопасность группы велосипедистов, которые будут ехать с ними. Давайте зорієнтуємо по часу. На фестивальному причалі біля ТРЦ «Наша правда», о котрій ТРЦ «Наша правда» об 11.15. Так, да, це вже виїзд колонни. А фестивальний причал, вже загальна колона до тунельної балки, виїжджає старт о 12.30. Да. До тунельної балки, якщо комусь зручно, наприклад, з Перемоги доїхати, то у котрі будуть починатися активності саме там? І що буде? В тунельній балці соревнування починається в 13.00 і, собственно, всі остальні активності теж в 13.00. Тобто з фестивального туди їхати минут 20, якщо розраховувати на колонну. Ну, плюс ще всі немного віддохнуть. Как-то расположиться в самой балке, на поляне на этой центральной, определяться, где кому участвовать.
Там будет громкоговоритель, будут ведущие, которые будут объявлять, где какие активности проходят. І в 13, собственно, старт цих активностей. Зрозуміло. О 13 в тунельній балці від зі сторони Лавини чи це центральна поляна, саме балка? Да, центральна поляна. Ми всі збираємося на центральній поляні. Тобто ми приїжджаємо колонами туди і оттуда розходимося на ті мероприятия, які інтересні кому-то. То есть там будет стоять ведущий, там будут у нас организованы фокус-группы, на которых мы будем обсуждать какие-то наши общие проблемы, вопросы и возможности развития. Чуть дальше будет старт кросс-контрийной гонки. И в принципе все локации основные, все старты будут неподалеку. Ще одна, напевно, місія велодня – це привернути увагу міської влади до проблеми велоінфраструктури міста. Так? В нас в Дніпрі офіційна велодоріжка, така якісна, сучасна, напевно, одна. Так? Це на Перемозі. І вона, напевно, ще не здана в експлуатацію. Так? Вона ще не добудована, наскільки я знаю. На самом деле у нас… Я подсчитывал, у нас около 5 километров велодорожек по городу. То есть это отдельные отрезки, это Победа велодорожка, которая действительно самая качественная из того, что у нас есть в городе. Это проспект Мира, небольшой кусок на Рабочий, тоже небольшой кусочек на Байкальской и, пожалуй, все. Яким чином? І Курчатова, думаю, що то упустить. І Курчатова, але там така зовсім вона маленька і, не знаю, ну, напевно, інспектувала велоасоціація її, от вона взагалі… Ми інспектували одразу, як її здали, ну, там багато незручностей і навіть є там ошибки при проєктуванні. И сейчас, кто ездит по городу, можно увидеть, что там разметка практически стерлась. Если раньше была проблема в том, что такси и маршрутный транспорт останавливался прямо на разметке, то сейчас ее вообще нет. То есть как бы там даже ничего не предъявишь, велосипедист едет и не понимает, где он едет. А на самом деле у нас створено несколько лет тому. Да. Максиме, а ось, наприклад, при будівництві цієї велодоріжки, чи спілкувались під час її проєктування з велоасоціацією? Я знаю, що зараз ви вже якусь комунікація відбувається, і, наприклад, ось ця велодоріжка на Перемозі, там ви приймали все ж таки участь і якісь надавали поради, чи якось спілкувалися, а тоді ще не було налагоджено? Тоді на якихось етапах було спілкування, тобто у нас в асоціації є Юрій Лозовенко, він архітектор і проєктант. И вот как бы он где-то консультировал, где-то помогал проектировать, в принципе, все те велодорожки, которые есть в городе. Вспомнил еще про одну, можно сказать, такую сумеречную, призрачную велодорожку, которую сделали на проспекте Яворницкого, которая на пешеходной зоне. Она всем, мабуть, відома своими... Да. Незручностями, напевно. Да. Дивними. Просто мы как-то оговаривали ее, упустили из виду, что да, была еще попытка сделать на центральном проспекте велодорожку, но она так и осталась попыткой. Але вона навіть зникла, наскільки я знаю. Да, я там давно не ездил, но ее и тогда, когда ее сделали разметку, когда она была нарисована, тогда она как бы не была официально принята в эксплуатацию. Тож, ви маєте в команді архітектора, який, в принципі, спілкується, так? Чи завжди його чують? Да, і зараз новий состав асоціації також примкнув, ну, як сказати, як сочувствуючий, або як людина, який може десь допомогти. Да, небайдужий. Це Максим Голдін. И он тоже урбанист, архитектор, и он тоже держит руку на пульсе событий, отслеживает те процессы, которые идут в городе в этом направлении. И я надеюсь, что у нас получится с ним хорошее сотрудничество.
Зрозуміло. Я знаю, що велоасоціація не лише працює під час велодня, вона також намагається все ж таки створити і програму спільно з міською владою. І я знаю, що була оформлена програма розвитку велоінфраструктури Дніпра, але вона, наскільки я пам'ятаю, вже завершилася у 2020 році, так? І що це за програма, що по ній було зроблено чи не зроблено? Які дії велоасоціації були для того, щоб її розробити, а потім втілити в життя? Ну, програма, то есть проект программы развития велоинфраструктуры города. Мы первое время считали это победой, но сейчас можно сказать, что это победа и поражение одновременно. Почему так? Потому что на самом деле не во всех городах удается общественным группам, общественным организациям, сообществам людей как-то конструктивно реализовывать, ну, общение с городским советом, с властями и реализовывать какие-то проекты. Вот этот проект, который приняла сессия городского совета, он, с одной стороны, его приняли, то есть это была... Это программа, так? Розвитку инфраструктуры, велоинфраструктуры. Да, сначала была петиция, на нее отказали, а потом все-таки этот проект разработали, была рабочая группа, которая разрабатывала этот проект на 5 лет, и его приняли. И здесь вроде бы, можно сказать, победа, что власть слышит людей, слышит те пожелания, потребности, и приняли эту программу. Но в то же время получилось, по окончании этих лет, получилось, что это все-таки поражение, потому что по этой программе практически не было ничего сделано. То есть те куски велодорожек, которые были сделаны, они были сделаны только там, где шел капитальный ремонт, и благодаря изменившимся требованиям ДБНов. А по этой программе у нас даже есть письмо, которое мы получили вот буквально недавно, в котором написано, что на эту программу протягом 2016-2020 років не виділялись кошти. Ось це єдине речення відповіді міськради, так? Тобто програма була у 2016 році прийнята. Так. І що ж там було у програмі? Розкажіть. Програма передбачала розвиток мережі велошляхів. То есть это в зависимости от назначения дороги, это было или велодорожка, или велополоса, то есть где-то велопереходы, велопарковки, в зависимости от того, о каком месте говорить. То есть это целая структура, и сама программа разделялась на несколько этапов. То есть изначально это большие дороги, по которым проезжает больше велосипедистов, потом дороги, которые к ним примыкают и так далее, и так далее. То есть эта сетка должна была развиваться благодаря этой программе. Но на самом деле программа не была исполнена, и как бы основные магистрали, где нужны велодорожки, по которым больше всего велосипедистов по статистике проезжает, они не покрыты. Но вот единственное, что произошло, это мост, благодаря тому, что его ремонтировали, на нем сделали две велодорожки, и на набережной Победы, тоже благодаря реконструкции, собственно, пешеходной зоны, там появилась велодорожка. Но это именно благодаря ремонту моста и благодаря реконструкции набережной, а не по программе. І завдяки, мабуть, тому, що прийняли ДБН, так? Коли не можна нове будівництво створювати без велодоріжок. Так, всі капітальні ремонти повинні предусматривати наличие велодорожки або велополоси. Але навіть от дивлячись новини за 2016 чи 2017 рік, коли була прийнята ось ця програма, такі гарні, якісні заголовки. Міськрадою була прийнята програма розвитку інфраструктури Дніпра до 2020 року, за якою планувалось створити функціонуючу мережу велодоріжок, які з'єднають усі райони міста. Насправді сьогодні не з'єдналися усі райони міста, на жаль, велодоріжками.
Як плануєте, що плануєте робити далі? Я так розумію, що круглі столи вже були, були і зустрічі, було і спілкування, було багато листів і домовлень, але, як виявляється, у відповідь не виділялись кошти на цю програму. Що робити далі? Який план дій у велоасоціації? Чи є ще сили рубати цю скелю? Сил все менше і менше, но на самом деле... Как бы оно ни было, в любом случае, я уверен, что Днепр станет велосипедным городом. Просто хотелось бы, чтобы это было еще при нашей жизни, чтобы мы это увидели. Так, дуже хочется, чтобы это скорейше все-таки отбылось. Я думаю, что все же надо дальше общаться, надо дальше наводить какой-то диалог с городской властью. Те изменения, которые происходят в городе, они, ну, все мы их видим, и мы видим, что в городе стараются что-то делать. Поэтому я считаю, что здесь, в принципе, то, что касается велоинфраструктуры и велодорожек, все равно все зависит от людей, которые принимают решения, которые планируют дальнейшее развитие города. Здесь я имею в виду и урбанистов, и архитекторов, и депутатов, поэтому мы будем дальше общаться, писать, встречаться. Мы будем стараться, чтобы нас услышали, чтобы нас поняли, чтобы наконец-то поняли, почему Европа, Германия, Дания, почему они строят велодорожки уже рядом с обычными велодорожками, скоростные велодорожки. Угу. Почему они, да, почему они вводят в Конституцию обязательное наличие велодорожек, велоинфраструктуры, что это не для того, чтобы удовлетворить потребности каких-то отдельных лиц, которым хочется кататься на велосипеде по городу. Это наше будущее, это будущее наших детей, наших потомков, которые сейчас дышат газами, дышат выхлопами автомобилей. И в будущем хотелось бы, чтобы они все-таки жили в зеленом городе, где... Конечно, все автомобили никуда не денутся, но чтобы все-таки удельный вес, да, экологически чистого транспорта был больше. Так, щоб була можливість обрати. Да. Це, мабуть, так. Ну що ж, будемо сподіватися, що все ж таки будуть зрушення і в побудові нових велодоріжок, і все ж таки наше місто з'єднається мережою. Максиме, а скажіть, будь ласка, от давайте ще раз, може, поради дамо тим, хто планує вперше приїхати на велодень, як зібратися, як доїхати краще, як приєднатися, щоб без всіляких, так би мовити, форс-мажорів. Ну, перше, це, звісно, желательно, щоб велосипедист чувствовал себя уверенно на своем велосипеде на дороге в городе. Если человек не совсем уверенно себя чувствует, лучше тогда примкнуть к какой-то группе, найти велосипедистов у себя на районе. У нас в соцсетях, в том же Фейсбуке, множество различных групп. Можно следить за постами нашей ассоциации. Давайте наголосимо, как называется сторінка велоасоціації. Дніпровська ассоциация велосипедистов. И мы выбрасываем информацию к выходным там, о всех покатушках, о всех событиях велосипедных, которые происходят в городе. И к велодню мы, само собой, будем ориентировать велосипедистов города о том, откуда, куда будут ехать группы велосипедистов, чтобы можно было кому-то примкнуть и безопасно, надежно, чтобы можно было рассчитывать на чью-то помощь, приехать на общий сбор. Про что варто не забыть? Что взять с собой? Важно в первую очередь проверить техническое состояние своего железного коня. То есть нужно проверить, накачаны ли шины, не спускают ли они. То есть это качать надо не в последний момент, потому что вы можете выехать, и оно вас спустит прямо на дороге. Подготовьте заранее свой велосипед, посмотрите, все ли в нем исправно, тормоза, рулевое, переключатели скоростей. Обязательно возьмите с собой воду, головной убор. Мы очень рекомендуем шлемы. Правилами дорожного движения не запрещается ездить без шлема, но на самом деле шлем – это очень разумно использовать. Если вы бережете свою голову, то одевайте шлем. Краще берегти. Да. Ну и одежда подбирается уже по погодным условиям. Посмотрите прогноз погоды,
там может быть ветровка, курточка, не знаю, кепка с козырьком и какой-нибудь перекус, наверное, потому что у нас там фудкортов не будет. В цьому році не буде. Да, в цьому році не буде. Зрозуміло. Давайте ще раз наголосимо на те, що коли саме буде відбуватись Велодень, де збираємось, головна, мабуть, точка, і запросимо всіх дніпрян на це свято, всіх велосипедистів. Хорошо. Ми збираємося 30 мая на фестивальному причалі. Выезд организована колонна с фестивального причала будет в 12:00. То есть мы собираемся к 11, к 11:30. Если вы хотите кого-то встретить, увидеть, пообщаться, там, осмотреться, приезжайте к 11. К 12 мы будем выстраивать колонну и стартовать в сопровождении полиции и скорой помощи, стартовать в тоннельную балку. И в тоннельной балке уже произойдут все остальные мероприятия. Соревнования, конкурсы, обсуждения, мастер-классы. Все будет уже там. Угу, зрозуміло. Тобто 30 травня всіх да. чекаємо на Велодень. Да. Дякую вам, Максиме, що сьогодні прийшли і розповіли про те, що буде, яка програма буде на Велодень, і про комунікацію з владою. Будемо сподіватися, що все ж таки велодоріжки з'являться у Дніпрі. Очень їх буде набагато більше, ніж зараз. Спасибо. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у Open TV Media YouTube каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.